Краски купил. Но, блин, чек я куда-то взял. Вот так. Кисточка и краска. На, это трубу. Чек профукал. Так, светильник. На кухне вообще достаточно тебе света, точно будет. И с этим я не прогадал, нормальные светильники. Нормально светит. В коридоре вроде тоже нормально. Вон Антоха приехал, линолеум привез. Давай здесь включим. Давай. У пацанов тоже достаточно света. На пульт. Вот эти все на пульт. Регулируется, да? Ну, козел включи. Зал. Да, и, да и в зале нормально. Вот комната включена. Так, двойняшки. Окна. Ну, двойняшки тоже, тоже нормально. Но на пульту он еще регулируется, свет ярче. Ну, давай в вашу комнату. Вот. Тоже достаточно. Да, в наших телевизорах достаточно. Натянули прям нормально.